Библейские курсы – это фундамент нашей христианской жизни. Мы закладываем разные фундаменты в своей жизни. Например, когда мы строим дом, мы всегда заботимся о фундаменте, чтобы дом был прочный и долгие годы простоял. Так вот, библейские курсы закладывают отличный фундамент нашей христианской жизни и наших успехов с Богом, в жизни с Богом. И давайте мы посмотрим одно место Писания, которое ключевое место Писания наших библейских курсов. Это книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Написано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Писание учит нас, что мы должны пребывать в Слове Божьем, мы должны размышлять над Словом Божьим, мы должны исповедовать Слово Божье, учиться в Слове Божьем. И вот именно на библейских курсах мы изучаем Слово Божье по разным темам, по разным направлениям. Мы научим вас, как читать Библию, мы будем учить места Писания наизусть. И все это будет формировать отличный фундамент нашей христианской жизни. Обучение проходит в очном формате. Каждую субботу в 10:00 мы начинаем с молитвы, 30 минут мы молимся, поклоняемся Богу, и потом 4 часа семинарских занятий. Обычно за эти 4 часа мы покрываем две важных темы. Если касательно первого модуля, то это основа христианского вероучения. На втором модуле мы учимся, как вести домашнюю группу и как быть лидером домашней ячейки. И на третьем модуле мы учимся эффективному лидерству. После каждой темы у нас проходит тестирование. Основные вопросы из темы будут в открытом или закрытом формате даны вам, чтобы проверить ваши знания и как вы изучили материал. И следующий момент – это мы вместе читаем Библию по плану, мы заучиваем места Писания, и в конце каждого модуля у нас проходит итоговое тестирование или итоговый экзамен. На первой школе это будет тест, на второй школе это будет подготовка мест Писания наизусть и также подготовка проповеди на определенную тему, потому что вы уже учитесь быть лидерами домашних ячеек. И на третьей школе это будет итоговая большая экзаменационная работа по какой-либо из тем. По итогу библейских курсов студенты получают диплом об окончании библейских курсов, если вы закончили все три модуля. Если вы закончили первый или второй модуль, вы получаете свидетельство о том, что вы закончили первый модуль с вашими оценками, с вашими результатами. Также на втором модуле вы получаете свидетельство, чтобы потом перейти и закончить школу на третьем модуле. В этом году открытие библейских курсов планируется 16 сентября. Мы приглашаем всех вас и напоминаем, что 16 сентября уже будет первое занятие. Это будет уже материал, после которого будет тестирование. Поэтому, пожалуйста, не пропустите эту дату. 16 сентября, 10:00 в Храме Победа.